Ленинграде в 2020 году, я была удивлена, как же много девочек были заинтересованы IT-сферой. Долгое время я не знала, чем же я хочу заниматься в будущем. И тогда я наткнулась на эту программу. Я с детства очень интересовалась IT-технологиями, очень мечтала создавать какие-то приложения, программы, игры, полезные для всех. И этот проект мне очень помог осуществить свою мечту. And I've been participating in Technovation Challenge for about 3 years, since I was 15 years old. And I have never regretted a single day during the participation. And after Technovation, I got in the Kansas University, which is cool. And School of Business in KU is one of the best schools of business in the United States. So I'm pretty proud of myself. Я участвую в этой конференции, и в данный момент я являюсь студентом первого курса. Я сейчас тоже изучаю точные науки и социальные науки, потому что я собираюсь выпускаться по компьютерным наукам и экономике. Currently I am teaching web programming for our school girls. Для меня этот конкурс стал толчком в выборе моей будущей профессии, именно в IT-направлении. Сейчас я учусь на 4-м курсе университета МХА по направлению информационной и коммуникационной инженерии, а также являюсь преподавателем по программированию. Я ни чуточку не пожалела, что участвовала в этом проекте. Мы не научились только программировать. Мы научились, как снимать видео, как монтировать его, и как работать в команде, как произносить слова на английском и вообще, как говорить на английском. Мы еще научились, как ставить свою цель и идти к ней, как нашу идею сформировать ее и сделать приложением. Участие в Technovation стало самым важным периодом в моей жизни, так как он дал мне понять, кем я являюсь на самом деле и на что я способна. Я как мама увидела новые способности своей дочери и была очень приятно удивлена тому, что подростки могут реально находить решение проблемы. А в Zoom-митингах нас учили разрабатывать эти приложения в App Inventory. При помощи этих знаний я построила себе фундамент в будущее. При помощи этого фундамента я буду только расти вверх и строить себе хорошую и надежную карьеру в IT-сфере. I'm really glad that I participated in this challenge because it helped me to find myself and my passion. Программа помогла мне найти классных друзей. Она меня научила писать бизнес-планы. Я поняла, что я себя вижу в сфере менеджмента в будущем. Firstly, I leveled up my digital literacy. Learned to code, to complete business plan and to make videos. This program showed me the right way, which is going to the IT sphere. And nowadays I'm here in UK, I'm studying in IT, I'm learning Python program. С самого начала мы преодолевали множество препятствий. Работать в команде, выполнять все задания, проводить опросы было очень сложно, но мы справились. Мы дошли до конца и сдали свой проект. Мы выступали на многих мероприятиях от Международной организации по миграции, так как наш проект был связан именно с адаптацией узбекских мигрантов в России. После этой программы я поняла, что у меня есть тяга к технологии и начала самостоятельно изучать программирование. Также я развила свои лидерские качества, английский язык и уже без колебаний подала на программу Нью-Йоркской академии наук Thousand Girls, Thousand Opportunities. И меня приняли. После участия в Technovation мои девушки в команде очень заинтересовались в IT-сферу и даже выбрали это направление как часть своей жизни в дальнейшем. Да, как сказали остальные девочки в своих видео, я тоже научилась многому по этой программе. Но самое главное, я поняла одно. В жизни ничего не происходит само по себе, без всяких трудностей, усилий, проблем и неудач. И говорю девушкам только одно. Просто попробуйте себя. Вы справитесь или нет, это не имеет значения. В этом жизни нельзя сдаваться. Bu tanlov meni IT sohasiga bo'lgan qiziqishimni oshirdi. Hozirda dasturlash sohasiga sho'ng'ib ketganman desam ham bo'ladi. Bo'sh vaqtimda mustaqil dasturlash tillarini o'rganib kelyapman. App Inventor'ga qo'shimcha C#, HTML, CSS dasturlarini o'rgandim va endi men bemalol web sahifalar tuza olishim mumkin. Men malakali front-end dasturchisi bo'lmoqchiman.
Куда бы я ни пошла, я пытаюсь изучать что-то новое, я пытаюсь программировать, я пытаюсь найти проблему и решить ее. Я улучшила свой английский, я познакомилась с кучей интересных девочек, с кучей интересных людей, которые приходили проводить семинары. By the Technovation Girls Program. And this program shaped my interest in social entrepreneurship. Today, I am a bachelor in business administration and did an internship at an international company as a programmer and got a job offer. Бұндан ташқара бізді Oracle дарсылар хам бөліп өтті. Бұл дарсылар бізді хам қызықарлы болды. This program helped me to create another me and to choose my profession in IT atmosphere. Участие в Technovation дал мне большой опыт и знания в сфере науки и технологий. Благодаря этому я смогла стать членом Нью-Йоркской академии наук, где сейчас изучаю технологии и науку. I especially liked constituting a business plan. It helped me decide on my future profession, and I decided to study business management. Программа Technovation Girls помогла мне правильно поставить все мои приоритеты, развить мою креативность и ответственность за свои поступки. И внедрила меня в то, что каждая девушка, несмотря ни на что, в силах изменить мир в лучшую сторону. Я заинтересовался с IT и участвовала в нескольких других конкурсах. Наверное, это был мой первый шаг к успеху. И очень помогло мне, как маленькой девочке, стать целеустремленной и верить в то, что все возможно. Technovation – это бесценный опыт, который научил меня множеству навыков. Работе в команде, генерированию новых идей, решению проблем, работе во временных рамках и даже ораторскому искусству. А также Technovation дал мне знания по программированию и бизнесу, которые очень пригодились мне в университете. The Technovation Girls Challenge taught me to never give up and always follow the chosen goal. Thanks to the Technovation, I realized that my true passion belongs to technology and business and began to develop in these directions by combining them. Technovation taught me not only programming and writing a business plan, but also to look at problems from different angles and solve them in a creative way using technology. Technovation Girls способствовала моему сегодняшнему активному образу жизни и в успехе в целом. Я, благодаря знаниям, которые получила от этой программы, прошла отборы на такие программы, как «Школа лидеров», «Woman Up», участвовала на международных конференциях, создавала бизнес-планы. Технологичный кен, ментастурлашки, бизнес-планы, хатапет, жутал қосылық қолы. Масуляйдың сезіндіш, өзіміздің ішілі өткен ішіміздің пайдасыге, авана болып, өзіміз ішаншыңыз керек деген. Ондан кен, бошқаларды шарпырген біздегені, вафақиятке ершіш мүмкелігіне түшіндім. After this program, I could find what I like to do. I started feeling responsibility, become more sociable and confident. In the world where is discrimination of genders, Technovation destroys all stereotypes. Technovation да қолға кірген тұрған кейінгі жылдарымға күшті мотивация берді. Университетті оқыш дәуірінде еріш мүмкін болған барша жетістіктерімді қолға кіргізуге әрекет қылдым. Ва UNESCO Youth Mobile таңдауында бірінші орын алдым. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vazirligi stipendiyasini, Beruniy davlat stipendiyasini olishga erishdim. Shu yilgacha bajargan ishlarimni inobatga olib, fan yo'nalishi bo'yicha Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga munosib topildim. Birinchi startup loyihalarini yaratishni noldan boshlab, Technovation Challenge xalqaro tanlovda o'rganganman va sizga ham tavsiya qilaman. Har bir qizlarga tavsiya qilaman. Hozirgi kunda eng asosiy yutuqlardan biri bu 8 mart kuni hurmatli prezidentimiz tomonidan ta'sis etilgan davlat mukofoti, ya'ni kelajak bunyodkori medaliga ham sazovor bo'ldi. Наша команда вышла в финал и заняла первое место по региону Азии. Все свои силы я постараюсь направить на изучение IT-технологий, потому что будущее именно за ними. IT-технологии и наука – это очень интересно. Я хочу, чтобы наше приложение помогло миллионам людей. Mentoring is really difficult job if you can't answer these three questions. First,
why you want to become a mentor? What is your passion in it? Second, do you think helping and experiencing people is significant in your life? Third, can you prove with your achievements that the role of girls in STEM is more important? I really like being in Technovation because I understand not just how to code or what is IT solutions, what can be, but I understand how to work with different people like a leader, like a mentor, how to be not just manager, how to lead them to better of their version at the same time better version of you. Я считаю, что менторство это очень важно, потому что с одной стороны нужно дать волю для воображения девочкам, с другой стороны необходимо проконтролировать своевременно выполнение задач и требований программы Technovation. Мне нравится работать с командой девушек, так как в Нукусе очень талантливые и целеустремленные девушки. Being a mentor in Technovation Girls allowed me to share my knowledge and inspire girls around me. It's very important because in this harsh, brutal job like IT, it's very important to girls to raise their knowledge, to be together, to support. Just together we can achieve something. Just together we can change the world, change the rules, and it's really up to us. So difficulties and barriers just make us powerful and resilient. So you are the one who can change your life and the world. And my advice for you is to never give up, to work hard, and to believe in yourself. Хочу, чтобы они верили в себя и не сравнивали себя с другими, и верили в свой талант и в свою уникальность. Я верю, что именно девушки Узбекистана могут изменять мир к лучшему. Technovation Girls tanlovi bu orzular makoni. Mehnatlar rohati, maqsadlar sari shag'dam qadamlar, a'lo natijalardir. IT-сфера предлагает девушкам очень огромные возможности для карьерного, так и личностного роста. Будете получать хорошую зарплату при минимальной занятости. Я уверена, что эта программа поможет им расширить их кругозор, стать молодыми лидерами и предпринимателями. Это знание, это бесценный опыт, это возможность самореализоваться, узнать IT-сферу. Возможно, это ваше будущее, профессия. Почему бы и нет? Поэтому не бойтесь, дерзайте, пробуйте, потому что это ваше время, это ваши мысли и это ваше решение проблем, причем глобальных проблем. Удачи! Больше всего такие программы создаются для мальчиков, а Technovation Girls нам создали для девочек, так как девочки остаются в сторонке, а мальчики растут. Спасибо вам большое, что создали нам такую возможность. Наши границы только у нас в голове. Поэтому не позволяйте ни к чему, никому разрушить ваши планы, мечты, действия вперед. Всегда верьте в себя, в свои возможности и помните, что ваши знания, ваши навыки и ваше мнение всегда имеют значение. Technovation is always a good idea and you can do it, girls. I love Technovation.